И всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас гайд, как пользоваться аэропортами в Тропика 6, такой замечательной игрушке. Поначалу тоже не смог как бы разобраться, но потом все-таки взялся и разобрался, что называется. Сегодня мы это обсудим, посмотрим на примере миссии «Карибские небеса», не помню, как называется. В общем, смысл тут в том, чтобы как раз-таки наладить поставки между тремя островами, там везде разные ресы есть, и можно организовать таким образом производство. Но потом у нас появится, кто еще не проходил, появится тут ученый, и ему нужно будет вот сюда к лачуге, на вообще остров, на котором ничего не растет совершенно, нужно будет возить и табак, ой, не табак, сигареты, как раз-таки ром и оружие. И это можно будет сделать только с помощью таких вот замечательных грузовых аэропортов. Сейчас я вам покажу, например, наладить обычную поставку рома и сигарет. В принципе, на этом острове все это организовать можно, но за счет того, что у нас вот недоступны тут порты, не знаю, да, настроение недоступно этому заданию, да, и даже порта перевозчиков, то сделать это очень проблематично. Так вот, давайте настроим. Для начала нам нужно два порта на определенную территорию, в моем случае это на двух островах. Мы берем как раз таки и заходим как раз таки в настройки этого грузового аэропорта и выбираем, там изначально стоит перевести, но пока как бы, пока, например, второго нету, очень выгодно, например, импорт и экспорт, то есть он потребляет столько же денег, сколько и обычный порт, и при этом, например, ему не нужен выход к воде, я думаю, все это понимают, и при этом как бы его можно хоть в горах где-нибудь, например, вот. А тут у меня находится как раз таки добыча золота. И, конечно же, им проще намного довести, блин, это золото вот сюда, чем везти, понимаете. Такой вот херь. Так вот, как настроить? Представляем, джон, перевести. Затем настроим, заходим в настройки маршрутов. И ставим маршрут номер один. Маршрут номер один. Назначаем. Первое, кликаем по этому аэропорту. Начать. Откуда как раз таки будет возиться это все. Аварийная площадка имени Душ. И кликаем путь назначения. Нам нужен этот как раз таки грузовой аэропорт. И затем, вот тут поначалу не разобрался, но тут оказывается все очень легко. Мы выбираем раздел «Не выбирать», потому что все сразу возить нам, в принципе, не нужно. Хотя, в принципе, можно. Можно, например, но это для более таких узких целей. Мы же выбираем с вами ром и сигареты. И затем нажимаем назад. Да, как ни странно, я сразу не сообразил. Это наш маршрут 1 уже подготовлен. Как раз проверяем. Аварийная полоса, тропика, сигареты, ром. Подтвердить. Все. Теперь, по идее, он у нас начал сейчас работать. То есть все как раз ресурсы, которые были раньше на импорте и экспорте, то есть с этого острова как бы увозились как раз на экспорт, у нас сигареты, ром, и плюс тут я еще оружие начал клепать, все это увозил как раз из границы, теперь же давайте посмотрим, смотрите, на себя это погрузил, и интересно, куда он полетит, не сюда ли, или нет, или ему нужен цикл полный, тут, кстати, интересно. А может, ему и нужен цикл целый. Не, да-да-да, походу ему нужен был цикл, но, слушайте... А, или нет? Не-не-не-не, я уж подумал. Ну, по идее, мы все правильно настроили. Сейчас я вам продемонстрирую, и вы, в принципе, поймете, что это не так уж и сложно. Ром. Уверен, что добрые граждане Тропик. Нет, пусть сами голосуют, наши граждане Тропика. Я, кстати, хорошую экономику построил. У нас тут диверсификация, у нас тут и лодочки. Опять надо проверить. И золотишко. И на этом острове, вот, блин, ненавижу выращивать как бы и сигареты, и ром, потому что их постоянно нужно передвигать до современной эпохи. Иначе же получается херь какая-то. Так, через один месяц у нас прибудет наш дорогой самолетик. И теперь уже повезет грузовой аэропорт. Тут я построил уже как раз порт перевозчика. На выборах? Да, мы победили. Мы победили. Всех. И тут же склад. Склад, когда он будет. Никто не когда он будет требовать в определенное время для себя, да, как раз либо ром, либо сигареты, либо табак. Либо ром, сигареты, оружие. То мы будем как раз таки выбирать незапланированную миссию и водить ему, скажем, не знаю, либо сигареты, либо ром, либо, как я уже сказал, оружие. Тут уже у нас, кстати, что-то готовится. Ну, сейчас, вот, по идее, даже самолетик прилететь.
Должен пролететь самолетик. О, видали? Смотри, смотрите. Это он сюда летит. Вы могли увидеть, как он с этого острова на тут. А, или нет? Ха-ха, дорогие друзья, извините. Я вас опять еще очередной раз облапошил. Как раз таки сигареты. Вот сейчас он точно должен перевести, потому что если нет, то это будет очень глуповато. А, нет, все правильно, извините. Не-не-не, дорогие друзья, я оказался не лохом, потому что, вот смотрите, ром и сигареты. И сейчас уже как раз таки наша дорогая компания-перевозчик все это отвезет на склад. Ну что, дорогие друзья, как-то вот так вот. Я вам показал, в принципе, как вот проходить одну часть миссии «Карибские небеса». Это, по-моему, третья миссия или четвертая, если честно, не помню. Плюс немножко рассказал, как пользоваться аэропортами в Тропика 6. Пожалуйста, не забывайте про лайки, там подписывайтесь на канал, смотрите следующее видео. И всем удачи, всем пока-пока.